знаю это точно. И на Тутанине. Много не сам на улице. Я уже, знаете, уже сколько дней не сплю уже. Вот, смотрите, успокоительный фильм. Вот, уже корвалол пью уже. Не знаю, куда идти. Все уже, терпение плохого уже. Сколько можно уже. Еще унижает каждый раз. Приходишь, не нравится, увольняйтесь, говорит. Зарплата? 30 тысяч всего. И то не дают. Два месяца они должны нам 60 тысяч оплатить. По 20 вот дали некоторым вот. Своим вот старым охранникам, вот, друзьям, наверное, знакомым. А нам ни хрена ничего нету, новеньким. Все, бродим как собаки. Каждый раз приходишь, уйдем ни с чем. Домой прихожу без слеза. Даже женщин не жалеет, они. Всего это три женщины, четыре женщины. Никакой ответственности нету. Вообще, ни стыда, ни совести. Если не верите, вот спросите у них, вот, в том бар сидят, они знают все. Соседи, наверное. Да, да, все знают. И здесь сидят вот соседи, вот, вот, они все свидетели. Каждый раз приходит старенько. Цыганы. Вас Туре Муратова Гульшайда. Гульшайда. Гульшайда, да.